Нет, я вот частные компании, мне наоборот нравится, понимаете, если они будут работать на государство, помогать и платить налоги, это же классно, понимаете, людям надо дать работу, вот безработные, почему они не могут найти работу, а дашь человеку, вот вы тоже, да, работаете, мы все работаем, а когда работы нет, и денег нет, ничего нет, поэтому они будут работать и зарабатывать, понимаете, и помогать всем окружающим, для государства, это же классно, вот я приветствую, если они честно будут работать.